первом тайме вы видели, что там соперник как бы получил красную карточку. Мы играли 5 минут в большинстве, реализовали все моменты практически, что были. Поэтому сделали чуть задел в 4 мяча. Ну а во втором тайме вышли, не хватило, наверное, концентрации. Быстрых 2 гола пропустили. После этого собрались, но уже начали так по-серьезному играть, так скажем. Но игра очень интересная. Максимально открытый футбол сегодня показали. Открытая игра, и мы атаковали, и они ловили на контратаках. Как бы очень интересно. Я думаю, что зрители, что были на нашей игре, получили сегодня удовольствие. Масса голов, поэтому задача, конечно, выиграть. Неважно как и с каким счетом. Но вы же знаете, что это футбол. Мы почувствовали где-то слабость соперника и побежали вперед, а отсюда соперник нам начал забивать. Ну вот и это, наверное, сыграло. Команда хорошо начала игру, в принципе, как и команда соперника. Но счет, который был на табло, он не отражает суть игры. То есть что там произошло? Ну, сегодня, так скажем, игру испортили 3 человека. 2 судьи и наш капитан. Наш капитан непозволительно себе позволил эмоции, которые, в принципе, игрок не должен позволять себе. Тем более капитан, лидер команды и один из лучших игроков этого чемпионата. Ну и судьи, я знаю их как квалифицированных, но сегодняшнюю принципиальность, которую они показывали, я не знаю для чего, почему. Конечно, мы не должны были падать духом, но упали духом. Капитан, лидер, судейские моменты, и все нас просто убило. И когда они забили эти 3-4 гола? Когда мы в меньшинстве играли. Потом мы равенство и все, и уже равная игра, и уже счет другой, 7-5 в конце концов.